Всем привет, друзья! Накануне праздников хочу рассказать и показать вам, как быстро, можно сказать, за несколько минут приготовить очень вкусный салатик, который станет отличной альтернативой и для праздничного стола, но точно так же на обед то, что нужно. Привет, друзья, с вами Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Надеюсь, сегодняшний рецептик вам понравится. Поехали! Итак, в основе этого салата является капуста. Лучше всего использовать пекинскую капусту, но такой же салат я люблю готовить и весной из молодой весенней капусты. Шинкуем тонко. Белую часть капусты я не использую. Отправляю в глубокую миску, в которую буду перемешивать салат. Дальше нам нужно взять мясо. Я сегодня использую копченую корейку, но можно использовать абсолютно все то, что у вас есть. Но лучше всего именно копченую куриную грудку, ветчину. В общем, что у вас есть, то используйте. Я вам скажу, что с колбасой это не то. Нарезаю вот таким вот образом и отправляю к остальным ингредиентам. Добавляю сюда консервированную кукурузу. И один небольшой пучок зеленого лука измельчаем. С белой частью я измельчаю и отправляю в сам салат. Зеленые перышко я нарезаю вот таким вот образом наискосяк. Будем делать украшения. Салат солю по вкусу. Добавляю немножечко перца и майонез. Майонез я, друзья, использую домашнего приготовления. Это все хорошо перемешиваю. И выкладываю салат в форму, в блюдо, в котором будем подавать. Дальше я добавляю сюда кукурузные хлопья. Конечно же, можно это все вместе перемешать, но тогда сразу же нужно салат подавать к столу. Я же кукурузными хлопьями украшаю вот таким вот образом салат, добавляю зеленый лук и все. Просто, быстро, буквально за несколько минут, вот такой вот шикарный салат у меня получился. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что этот рецептик вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик. И до новых встреч всегда на канале «Вкусно, просто и доступно». Готовьте с любовью и будьте здоровы. С наступающими вас праздниками, друзья. Пока-пока.